Всем привет, ребята, вы на канале Тенплей, и сегодня мы с вами поиграем в игру Brawl Stars. Сегодня вышел Brawl Talk, и где нам разработчики сказали то, что все жетоны, которыми мы фармим боксики, а именно вот эти жетоны, которые мы зарабатываем в бою, и в роборубке, в роборамбл, там везде, где хотите, короче, в бой с боссом, вот эти вот жетоны, которыми мы фармим боксы, они будут идти в Brawl Pass. В Brawl Pass, где будут различные награды. И сказали, ребята, то, что гемы не будут падать из сундуков. Или это, я не знаю, на 100% это точная информация или нет. Но я советую перестраховаться, ребята. И тех, у кого есть боксики, у кого есть боксы, обязательно их сейчас открывайте, пока не поздно. Потому что, возможно, они, именно эти боксы, которые в меню, возможно, даже уберут просто. Просто уберут, и они у вас исчезнут. Возможно и такое, ребята. Я проконтролируюсь, у меня плюс нету одного бойца, это Макс. Я, конечно же, хочу его выбить, хочу выбить пару гаджетов, пару пассивочек и также подфармить гемасов. У меня есть 90 боксов и 16 боксов биг, больших. Также испытание чемпионата, я прошел 15 побед из 15, одно поражение изи, ребята. Это даже снимать не нужно, это уже все проходят, это лихотня просто. Давайте, ребята, теперь откроем эти боксики. Не знаю, что-то нам выпадет или нет. Конечно же, я надеюсь, что мне выпадет новый браулер, но надеюсь выпадет. Но, скорее всего, не выпадет, да. Давайте, поначинаем. Нам падают только монетки, и это очень плохо, на самом деле. Если бы у меня был какой-то новый браулер, ну, тогда бы ппшки падали, очки силы. О, есть 200 токенов удвоителей. Это отлично, потому что удвоители тоже, скорее всего, будут падать только в Бравл Пассе. Именно их можно будет забирать, можно будет выбивать из ящиков, которые в Бравл Пассе. А вот эти ящики, вот которые внизу, ну, они станут просто... Ну, их не будет. Мы не сможем фармить вот так вот боксики. Ютуберы не смогут открывать боксы и записывать открытие боксов, потому что их просто-напросто не будет. Бравл Пасс, короче, вау, еще удвоители жетонов, отлично. Короче, разработчики полностью изменяют игру, прокачку. Прокачиваться в этой игре будет намного сложнее. Слава богу, у меня уже фулл ак, ну и для тех, у кого не фулл, ну, будет тяжеловато, ребята, потому что нужно будет выполнять всякие квесты, а это очень запарно. Очень-очень-очень запарно. И, кстати, известна цена Бравл Пасса, донатерского Бравл Пасса. 8 гемов, отлично. Именно Бравл Пасс сам будет стоить 170 гемов. А 170 гемов это у нас 240 гривен. Понятно все. Ну и еще, кстати, известно то, что добавят нового бравлера. Также его Гейл. Он будет хроматическим. Хроматический — это тоже запарная фигня. То, что донатеры его выбьют сразу. А я не знаю, покупать я буду Бравл Пасс или нет. Если бы он стоил меньше, то тогда да. А так я еще не знаю. Возможно, тоже куплю. Ну, сейчас открываем боксики, ребята. Надеюсь, нам хотя бы пару гаджетов выпадет, что-то такое. Кстати, мы можем купить гаджет в магазине на Мистера Пи, но это, я думаю, каждый знает, что этот гаджет не особо крутой. Гемасики мы фармим, отлично. Открываем. Монетки, просто сыпятся монетки, уже 2к голды. Голда всегда нужна, она лишней точно не будет. Класс, монетки. Я так долго фармил эти боксики, ну недолго, но все равно, блин. Обидно просто так быстро открывать. 5 гемов. Есть. Ну что же, давайте. Падайте нам новые персонажи, а точнее Макс. Один Макс, падай, пожалуйста, я тебя умоляю. Очень-очень хочу плюс 500 кубасиков. Халявных. Ну пока есть вообще что-то слабо. Ни одного гаджета, ни одной пассивки. Скорее всего, да, это идет на минус игры, то что, ну, короче, Brawl Stars падает. Как бы это ни звучало, но, скорее всего, скоро
ПВП. Ну а что? Ну согласитесь, ну а что еще обновлять в этой игре? Клановые войны. Окей, добавят клановые войны, будет круто. Что дальше? Что после клановых войн? Вот что. И все, и просто... Просто... Игра упадет и... Ура, пассивка на Пайпер, засада, класс. Вот это вот крутая пассивка. Атака Пайпер, ну я знаю, она из кустов очень круто дамажит. Намного круче эта пассивка, чем вторая, по-моему. Я не знаю насчет второй пассивки, но возможно я ошибаюсь, потому что я не фанат Пайпер. Так, давайте, пожалуйста. Ну что-то хоть, почему ничего не падает? Кроме пассивки, 80 боксов. Ну вы гоните? Гаджет через гаджет должен падать. Но на самом деле ничего нам не падает. Ну, обидно. 25 боксиков. Короче, предлагаю их быстро открыть. Прокликать. 3 гема выпало. Также вы могли заметить то, что я за день 300 кубков уже апнул. На изи. Ну что же, ну пожалуйста, ну почему одно золото? Ну мне так это не нравится. Ну почему? Ура! Пассивка на Тика, как по маслу. А почему только звездные силы? Почему нету гаджетов? Ау. Ну и мы открываем твои боксики, и нам выпало только 2 пассивки. Обидно на самом деле. Немного... Грустно стало после этого Бравл Тока, не знаю почему. 8 гемов из большого ящика, 15 больших ящиков у нас осталось. Надеюсь, вот давайте, вот поставили лайк, вот сейчас что-то выпадет. 200 удвоителей, спасибо за лайк. Выпало же что-то, выпало. Конечно, 112 голды, это не похоже на большой ящик. 3 гема. Да еще 200 удвоителей, но должен выпасть хотя бы гаджет. Хотя бы гаджет или пассивка должна выпасть. Ау, что это за... 8 гемов, спасибо. Круто, ничего. Просто голда, так, на тебе золото. 3 гемаса, спасибо. Вау, и у нас ровно 170 гемов, класс. Мне это нравится. Мы, кстати, можем купить гаджет на мистера Пи. У нас 9000 золотом, но я не знаю. Вау, кстати, а почему я без кода? Блин, надо было код ввести, это же рабочий способ. Точно, это самый рабочий способ, чтобы выбить Макса или кого-либо. Надо вводить код Аурума. Ладно, шучу, нет. Вобью код ММА. Блин. ММА, чтобы быть скилловым чуваком. Ну что же нам выпало, ребята? Две пассивки, вы понимаете? Да, нам выпала голда. Ну блин, ну это же вообще грустненько. Очень-очень плохо. Кстати, а что за пассивка на Тика? Если Тик не теряет здоровье, не атакует сам, он начиняет восстанавливать здоровье на... Короче, он начинает восстанавливать здоровье на 2 секунды раньше. Ну, не понял я особо. Я просто за Тика очень мало играю. Он у меня самый низкий, ребята. Если Тик не теряет здоровье и не атакует сам... А, понятно. Он типа, если он просто как бы... Ну, отдыхает, короче, можно сказать. Он быстрее начинает восстанавливать свое здоровье. Неплохая пассивка, надеюсь. Ну, а мы давайте все-таки купим это для коллекции просто на мистера Пи. Вот так вот гаджет. На, вот так вот тебе. Отлично. 8000 голды у меня есть. Давайте сыграем за Спайка. А именно давайте сыграем в Шаде. Надеюсь, сейчас затащим. Ну, конечно же, Спайк тут не особо классный. Я в дуо его только что апал. Но пошел записывать видосик. Так что, ребят, открывайте боксики. Потому что, ну, вдруг вообще уберут Суперсел просто ящики и все. И как бы уберут их из лобби. А куда эти ящики денутся, я не знаю.
Если у вас, к примеру... Блин, меня зажали, все. Ну, это понятно, это карта для Шелли, для танков. Не, я не пойду сюда, тут опасно, тут очень, очень воняет крысами. Давайте погнали в Бравл Боул. Два танка у меня в команде, отлично, отлично, очень повезло. Что ты крутишься, ты вообще овощ какой-то. Он кого-то заснайпил, да? Да, наверное. Вот, вот таких надо вот... Почему вот не введут, вводят какие-то эмоции там, ну зачем они нужны? Ну это же никак не улучшит игру, ну это же будет просто гореть у всех. У меня вот в Clash Royale вообще очень горит от этих эмоций, блин, ненормальных. Давайте, забивайте, короче. Мне лень просто сейчас говорить и вообще играть. Потому что, блин, ничего не падает с сундуков этих дурацких, блин. Почему? Две пассивки. Ну это разве круто, блин? Это же совсем не круто, я не понимаю. Надо на шанс посмотреть, блин. Да, наверное, я без кода открыл, и мне ничего не выпало. Вводите код. Какой-либо, неважно, просто. Я шучу просто. Вы... Сами решайте, вводить вам код или нет. Это никак не влияет на шанс. Это все, ребята, развод. Ну, я говорю для тех, кто, может, не понимает. Кто верит в это. Кто ведется на байт. Что если поставил лайк, подписался и выпадет Лего. А есть такие люди. Почему же делают этот байт? Потому что есть такие люди, кто верит. Все логично. Так, надеюсь, мы сейчас выиграем. Я верну свои кубки, те, что слил в крысовом режиме. Ну и, кстати, возвращение горячей зоны. Это, ну, плюс. Это очень круто, потому что, ну, надоедают многие режимы. Вот мне лично... Футбол не надоедает. А вот, к примеру, захват кристаллов играть полчаса, это для меня уже испытание. Я не люблю в этот захват кристаллов играть, потому что там, ну, затягиваются поединки. Честно скажу ж вам. Блин, пожалуйста, не надо нам забивать гол. Пожалуйста, я вас прошу. Понятно. Мы, скорее всего, слили игру. Тара все знает. Она умирает, да? Да, помри ты уже. Блин, пожалуйста, нет. Ну почему вы Мортиса одного оставили? Он же сейчас очень хорошо сыграет и нам забьет гол. Пожалуйста, не надо. Ой, еще и Дэрил, ой, еще и Бул подтянулся. Но мы его застопаем вот так вот, чтобы он немножко подостыл. Давай мне пас, у меня ульт. А, Рафа, давай, Рафа. Рафа, давай. Ну, не крутись, пожалуйста. Ну, не крутись, не надо этого. Он что? Он овощ? А, не, он не овощ. Ну, точнее, овощ, но понтовый овощ, короче. Ну, слава богу, он забил. Так, сорян, пока я не хочу играть с этими овощами. Ну, я имею в виду не со своими, как бы, со кланами. Не, не с вами, не с вами. А с этими овощами, с которыми я играл только что. Недавно. Ну, точнее, эту катку. Потом поиграю с пацанами. Сейчас пойду просто с рандомчиками побомбить. И нам попадается Леон. О, нет, против нас Леон. А нам попадается Биби, что очень неплохо. И Нита. Если Нита с гаджетом, ну, это победа должна быть. Эмс, конечно, очень будет напрягать. Очень-очень напрягать. Я не могу взять Эмс, потому что у меня она сильно высоко, на 700+. Я не хочу сейчас апать, гореть. Блин. Спасибо. Вот, если вот играют вот такие вот челики, которые не могут, блин, забить в пустые ворота, а просто бьют, просто руинят моменты, просто руинеры каток. Вот с такими играть очень паршиво. Даже с любым пиком, просто с любым, даже топовым. Это, мне кажется, и любому понятно. Вот почему Supercell не добавят такую функцию, которая сможет реально пожаловаться на игрока. После игры, к примеру, как в PUBG, например. Ну, серьезно, PUBG.
знаете, я надеюсь, PUBG Mobile, там за то, что ты подрываешь или убиваешь своего тиммейта, подводишь игру своего, как бы, рандома, можно, ну и не рандома, короче, любого челика, зато за это, за этот поступок, короче, я уже не помню, да, можно пожаловаться, по-моему, и снимается репутация, вспомнила, репутация, не рейтинг, а репутация снимается, и если вам, вы очень много руините, и на вас много жалуются, потом просматривают ваш матч, и если вы серьезно там что-то делаете не по правилам игры, то, ну, как бы не по правилам это или читы используете, или руините катки другим людям, то вас просто как бы... Вам нельзя играть с другими игроками. Вы можете только в соло играть. Вот почему так не добавят? Вот эти вот, кто руинит катки, пусть идут в ШД. Пусть идут в ШД и себе там руинят. Ну, я считаю, вот это нужно добавить сейчас в игру. А не какие-то там эмоции, не какие-то там... Что еще? Я забыл уже. Не какие-то там... Новые скины, которые, блин, очень-очень-очень круто выглядят. Особенно вот этот Мортис Пират. Очень крутой, ну очень крутой. Я не знаю, почему меня так раздражает этот скин. И, ну, Мортис это еще норм. Это еще норм по сравнению с этим Рико. С зеленым этим Рико, блин, это же просто нужно таким быть дизайнером крутым, чтобы такой скин добавить. Неужели нельзя придумать... Я еще и аутсайдер. Круто. Круто. Неужели нельзя придумать какой-то крутой скин, который серьезно зайдет всем? Вот, к примеру... Ну, скин вот на Спраута прикольный. Вот я бы даже купил бы такой скин, если бы он стоил не совсем дорого. А я надеюсь, будет 30 гемов стоить, но, скорее всего, 80. То я бы купил такой скин. Но он потому что серьезно очень крутой. Да, он не такой уж... Как бы, ну как сказать, не такой уж и прорисованный, там не так на ним долго парились, надеюсь. Или, возможно, долго, я не знаю. Мне этого, к сожалению, не знать. Но, блин, почему он так круто выглядит? Потому что на Моргенштерна похож. Да. Блин, нас забивают гол, отлично. Отлично, мы справились с этими аутсайдерами ненормальными, блин. Так ненавижу этих, блин, аутсайдеров, потому что вот всегда, когда аутсайдер, я проигрываю. Почему? Потому что какой-то тупой попадается твой тиммейт, у которого по 300 кубков, блин, и он тупо не умеет играть. Как можно выиграть катку с тем, кто не умеет играть? Ну как? Блин, меня так это бесит, если честно, я просто не понимаю. Ну уже, пожалуйста, умри ты, нитка. Не, зачем я так сделал? Блин, к сожалению, меня убили. И нам забивают гол. Круто. А нет, нам еще не забивают гол. Отлично. Блин, даже со Спраутом тяжело играть как-то против этой команды. Мы ни разу не подошли к воротам. У нас нету того, кто разобьет стенки, не учитывая ульту Джина, которая притянет какого-то оппонента там. Блин, ну отлично, все. Это тренда. Тренда нам всем. Ну, пожалуйста, ну давайте как-то затащим. Я вас умоляю. Прошу, помогите мне. Давайте. Забивайте, идите. Ну, вы забьете или нет? Нет. Это была минута молчания, чтобы, ну, как бы, присвятить этому Спрауту, у которого 8 кубков и вторая сила. Вот, умри, падла. Ладно, все. Давайте, все, всем удачи и всем пока, а то я сейчас буду бомбить. Все, я пошел в катку, вы этого не видите, все, я пошел дальше бомбить. Всем удачи и всем пока.